Канцтовары, школьная форма. Уже более 5 лет перед началом учебного года на 3 дня в Бендерах разворачивается школьный базар. На радость горожанам тетрадки, пеналы, ручки и многие другие необходимые ученикам вещи можно приобрести по приемлемым ценам. Реализаторы постарались удовлетворить потребности горожан в полном объеме. В этом году мы тоже предоставили где-то около 50 наименований школьных письменных принадлежностей. Есть и новые учебные пособия, словари русско-молдавский, украинский и молдавско-русский, украинский словарь. Помимо канцелярских принадлежностей, здесь можно найти и одежду. Местная швейная фабрика «Вестра» к новому учебному году подготовилась ответственно и представила видоизмененную коллекцию для девушек. И в цветах, и в структуре ткани все полностью обновлен ассортимент, большой ассортимент в этом году по сравнению с прошлым годом. Ярмарка проводится по инициативе отдела предпринимательской деятельности и торговли госадминистрации Бендер и продлится до воскресенья.